Ну чё, вроде бы тащим, тащим, тащим. Ну как бы вот так вот. Давайте еще вот так вот. Клево, 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 клево. Ну чё, начинаем сам ролик. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я решил поиграть в Clash Royale. Игра на Android, и, в общем-то, я решил как-нибудь разнообразиться и поиграть в какую-нибудь игрушку на Android, кроме черепашки ниндзя легенды, и вообще кроме черепаха, и кроме майна. Это вот такая вот игрушка под названием Clash Royale. Думаю, вы ее наверняка знаете. Ну и что ж, у меня 5-й уровень. Вот такая вот колода карт, боевая колода, и коллекция карт у меня вот такая вот. Ну чё, кубков у меня 1125. Осталась последняя коронка, чтобы королевский сундук открыть. Откроем его вместе. И также давайте разблокируем сундучок, серебряный сундучок. Ну чё, пойдем в бой, да? Я только что победил, как вы видели, и давайте так же самое сейчас попробуем победить. Так, берем пеку сразу же. Ни по каким тактикам не действую, сам просто вот так вот все подряд леплю. Лишь бы выиграть, как говорится, да. Мне никакие тактики не нужны. Если есть какие-то предложения по колоде, то, друзья, пишите в комментариях. Я почитаю. Будет очень даже интересно. Окей, на этого дракона забьем. О, кстати, добили, молодцы, да. Блин, а чё не... О, отлично, молодцы. Так, думаю, добьем этого дракончика на изи, хотя нет. Нет, не добьем его на изи. Давай. Так, отлично, дракона добили. Это мушкетер или нет? Или это не мушкетер, не помню, как зовут. Так, Тесла. Вблизи специально тогда поставил, чтобы он смог быстро прибить ее. Давайте дракончика подождем, что мне дракончик нравится. Эй, блин, нет ничего воздушного. Ну ладно, давайте вот так вот сделаем. О, отлично, прям четко так. Реально четко. Делаем вот так вот. Мне мою башенку одну не жалко, поэтому можешь забирать. Хотя нет, не отдам. Эй-эй-эй-эй-эй. Не стоит забирать мою башенку. Не отдам. Не отдам. Так, вот этого надо прибить бы. Дракон против дракона. Так, гигант. Армию скелетов против армии скелетов. И стрелы. Давай. Нет, мы не добьем. Но шансы еще есть. Нет, ну не иди туда. Ладно, хорошо, армию скелетов. Армию стрел. Так, отлично. Улетай, улетай. Блин, там эта фигня исчезла. Так, дополнительное время, окей. Добьют или нет? Да, добьют. А, блин, дополнительное... Блин, окей. Не дополнительное время, не успел добить еще одну. Ну, в принципе, ладно. Дали бы, насколько на... Не на 10, но где-то на 6 кубков больше дали бы. Ну, в принципе, ладно. Открываем сундук. Плюс 289 золота. Плюс 2 кристаллика. Один гоблин, 8 ордоминьонов, Тесла и 4 редких гиганта. Ну, короче, 4 гиганта. Ну, вроде бы не так уж плохо. Давайте, кстати, Теслу улучшим, пожалуй. Ура! Тесла теперь круче. Ну что, может быть, вот это лучше для уровня, а?
Не, хотя, стоп, сейчас не надо, давайте уже это сделаем, наверное, в последующих сериях. А пока что, друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вы хотите побольше серий по Clash Royale, то... Блин, просто пишите об этом в комментариях. Вступайте в группу ВКонтакте, добавляйте меня, друзья, ВКонтакте. На этом все. Всем удачи. Всем пока.